выражаясь. А сил у него очень-очень мало. Вот ему теперь, как он говорит, нужно быть идеальным одну секунду. Вот где-то ему секунду нужно найти и побыть в эту секунду идеальным. Другого варианта нет. Опять Фьюри попал, пошатнуло Уайлдера. Тяжело ему держать удары вообще, даже те, которые не самые такие акцентированные. Уже Тайсон Фьюри просто гоняет его, как кошка мышку. Да, Уайлдер просто ждет. Просто ждет возможность нанести свой удар. А это, ну, как сами понимаете, да, когда ты подходишь к сопернику, и ты понимаешь, как он сейчас будет действовать, с какой рукой будет бить, какой удар и куда, ну, тебе гораздо проще атаковать. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать, чтобы этого избежать. А тем более еще, когда соперник настолько устал, ты понимаешь, что он не будет выбрасывать этот удар постоянно. Если он атаковал один раз, то дальше будет пауза, причем достаточно длинная. Кинулся вперед опять Фьюри, опять джебом разбивает лицо потихонечку Дэнте Уайлдеру. Отвечает Уайлдер сейчас, но опять же, скользь, блок, не точно. Да, удары в плечо в зачет не идут, урона практически не несут. Ну как, если там есть определенные болевые точки, но еще надо туда попасть. Атака от Уайлдера пока что вот это все, на что он способен на данный момент. В последних раундах минимальное количество просто хороших попаданий от Деонте. Даже сложно вообще насчитать их за несколько раундов. И опять, Юрий, посмотрите, зажал в углу и еще раз пошел. Все, да, все. Кенни Бейлис останавливает бой. Это остановка? Да, Деонте Уайлдер проигрывает нокаутом, спорит. Ну я честно.